Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы пробуем продолжить, возможно, закончить. В общем, забросил я игрушку. Soul Stance она называется. На голове 15 мы остановились. Жерло. Ранее у меня, ну, стримы я по ней проводил. Игра в стиле Devil May Cry. Ну, в общем, кто смотрел, тот знает. Кому-то, может быть, будет интересно. Предыдущие серии можно посмотреть у меня на канале YouTube, а также на других ресурсах. Ссылки на них в описании видео будут. В общем, ну и шапки канала YouTube. В общем, давайте начинать. Всем привет. Так, еще попутно надо бы кнопки вспомнить. Таким перерывом играем. Так, тут у меня перчатка, что ли? Let's not celebrate yet. This place will test us. Yes, I feel it too. Tear disruptible ether and matter. I can't tell what lies in wait before us, but it can't be good. The city itself is our enemy now. Так, ну вроде комбинации так. Помню еще. Сосредоточимся на сюжете. Вроде как-то даже местами и прикольный. Да, блин. Кнопки знатно уворачиваться-то как, блин. Я так чувствую, я с тобой заколебусь, блин. Ай. Ай, ты где? Наверное, лучше перчаткой тебя гасить. Ну куда делась теперь? Успевай тут вовремя блокировку нажимать, ай. Давай еще. Ну, короче, тут полный фарш. Ай. Как-то так жести вообще два таких сразу давать. Сколько тебя колотить можно?
не помню, тут как-то еще супер удар вроде можно включать. Ты в жопу-то нельзя бить, что ли? Да блин! А! На тебе, блин! Какой жесткий, блин! Конечно, одного побил, второго побил, блин, ай. Так, это-то, кстати, все уже? Или еще нет? Да, блин. Вот такие блоки, конечно. Заморозил вот я его, мне надо отбегать обязательно. Так, ты чё твой? Я же нажимал, ну вашу мать. Чего он жесткий, блин? А, я чё? А, я думаю, чё у меня не колотится-то? Это, блин, красная фигнюшка слетела. Еще этих, а блин, да, еще этих вызывают еще. Я его подхиливаю, блин. Вообще самый офигевший дядя был. Так, где у тебя еще такие есть? Сзади-то вообще куцает, нет? А, оп. Это, что тут такое, бля? Да нахер. А, где еще такой у тебя? Просто один. Да, бля. Блин, ты достала за ним прятаться, тварь, блин, иди сюда, блин. Это и есть-то, блин. Неужели, блин, а нет. Все. Блин, откуда камера дурацкая, я не вижу ни хера. Где ты там есть? Да, блин, мы его подняли еще.
где ты? А где еще кто? А ты че? О, бля. Ну сюда. Блин, они уже с какого раз-то поднимают, блин? Как бы достали, бля. На уж, жесть. За это мне местами эта игра и не нравится. Так, в принципе. Ну, это летающий, огненный еще. Ну, в смысле, красненький. Куда тут идти? There may be no one here, but I'm not letting my guard down. Так, надо немножко удары вспомнить. Угу. Это что? Эфирная нить. Секретик нашли. Маленьких всяких, они чиги, не мешались. Так, а что-то его так не так что ли бить-то надо? Чуть-чуть осталось. Так, ты куда стреляешь-то? А, опять началось. Оживление, блин. Так, что у меня не включает-то он?
блин, вот с такой камерой, блин, вашу мать, блин, ты не мог упасть-то где-нибудь в другом месте, блин. Камера это, конечно, здесь вообще зло, блин. Чё дрищ, иди сюда. Блин, тут мины же, блин. Чё-то я свалился не там, походу. И перчатки вот эти, ничего такие, как Gods of War 3 почти. Ну, там, в третьей части кто играл, то знает. У Геракла забираешь, когда. Они тут жирные, блин. Короче, скорпион вылез. Меня там все нагибает, блин. Убьем уж одного-то, блин. Ай, началось. Никого вот нельзя просто убить, надо обязательно еще этих. Потому что обычных противников вообще нет. Да, где ты есть этот парень? Блин, ну. Чё его подняли, блин? Ну конечно, ну как нет-то? Для чего тут? Мои... Мои, которые доколёбывают, блин. Это дрянь, блин. Я что-то не знаю, если так еще уровней 10 будет, так эта игра внутри надо заклеить. Lucky, it won't happen again. Мне кажется, как по мне так затянули, по-моему. И все-таки желательно ее не на такой сложности играть, как я, блин. Че это тут мешается? Так это вот капец, конечно. Неужели? А не этого мне надо, мне вот этого надо. Я заколебал, потому что.
Ты ж надо бить, блин. Помнится. Что-то более-менее пошло, блин. Короче, перчатка самая понтовая, блин. Броню им подбиваю, блин. Такой уровень какой-то не слабенький. Ладно, по уровню буду записывать. Блин, я же вспотел, блин, еще жара такая на улице. Да. Эй! Согласен, что тут вообще ничего хорошего, по-моему, нет. Это жизнь творится. А, и чё? Чё мне делать? А, вот. Воспоминания можем посмотреть. Противники, there was something no, really about those two. This is bad. It's only a trace, but even so, I can feel a great power. This one is far stronger than the other two. Strong enough to cause them to transcend too? This could really be the missing piece of the puzzle. What's going on? More evidence.
not the only trail I picked up. Armina and Jaden. They got here too, didn't they? По охотникам, блин. Сзади. А, вот они. It's even better than I hoped. Glory awaits us. What are you babbling about? I speak of the wondrous prey we get to hunt. I can't wait to face it in battle. I owe it to my brother Jared. Have you lost the little mind you have? It's a transcended. Ha ha! It's a challenge, finally. You are too arrogant. We don't even know who they are, or were. Anyway, there's a reason the Order does not let us transcend. Lose sanity, deny the Keepers, blah blah blah. They feel it, I won't. To vanquish such a foe will be a heroic victory. There will be no glory in this fight, you idiot. We'll be slaughtered. Think, for once. You know that all transcended are deeply unstable. You sly snake. You want to fight it when it's weak? Or wait for its death? Blah. I spit on your cowardice. Like your murderous shade, you seek an easy kill over a glorious battle. You say something like that again, I'll make you join your dear brother. That's my old Armina. All right, all right. We'll follow you. That's it. We shall wait for the transcendent to deteriorate. Then you'll have your glorious battle, when there's hope of winning. Armina was afraid. And rightly so. Anyway, her plan didn't work. Eventually, they were overwhelmed. That's what I felt on the bridge. It must be when she and Jaden transcended. It can't be a coincidence. This was planned. So the Transcendent was meant to unleash their power here in Ilden. Someone wanted them to, and they knew they couldn't be stopped. Not by three Chimeras. We were sent here just to pretend that the city could be purged. But what about the reinforcements? It could just be another lie. We have to find out if Layton is the liar. Подкрепление бы не помешало. He knows something he has not told us. He must. Please, sister, don't be reckless. If he is involved, why would he have helped us? I don't know. But this time, he'll be the one to give up his secrets. Некоторые уровни такие длинные, что пипец просто. 5 махач, да и... Не удивлен. Еще убегаешь от меня, ну что за чмошник, блин? I'll take care of it.
что-то стычки не по фигне дают. Люди разношерстные противники, блин. Ай, блин, и каждый еще что-то новое научился делать, блин. Вакханалия начинает твориться. Водилкой, блин. И еще ледяные какие-то бомбы. У него удар тут. Коридор-то узкий такой, блин. Вот эту красную дрянь надо побыстрее убить, блин. Да, блин, он опять вот эту фигню сделал. Блин, да что ты? Что ты за гадку такой? Только вроде настроишься так. Ты сюда, блин. Насчет своих-то загасить. Да блин, так он еще и вентилятор свой сделал, пошел нахер, блин. Так он их прикрывает, блин. Пошел нахер, блин, чмо, блин. Неужели так-то они сами вот по сам по себе он не сильный, блин. Блин, ну тут реально не увернуться, блин. Как это вообще так, что это драконистые уровни пошли под коридор. I'm ready. А, что-то в этом плане Байон этот гораздо интереснее. Ну, тут же Devil May Cry. Так-то вроде все классно, но, блин, некоторые такие эти, блин. Ну и по боевке тут ударов-то на самом деле не так уж и много, блин. Забыл что-то за штуки тут. Ай, камикадзе. Такое место все взрывается. Let's keep it up.
сказал-то не надо или надо, значит, я не помню. Какие-то штуки должны сюда вот подходить. Now you've pissed me off. Готово? Нет. А, еще два. Подожди, а тоже считается? Почему он не сломался тогда? Так. А, они восстанавливаются, блин. Надо вот с этим понять, что делать. Кристаллами, блин. А я еще и обломался, походу. Бля, где третий-то тогда? А вот он тут был, блин. Ну, эти два восстановились, да? Lucky, it won't happen again. Все, надеюсь, нет? О, вот эти вот загадки, в какой последовательности их ломать, это, конечно, жесть. Это, может, вообще надо вот так вот? Опять не так, да? Так. Какого надо начинать-то, может? А, так быстрее всех восстанавливается. Его надо в последнюю очередь. О, боже, которые уже накаляют, блин. Некоторые такие уровни нормальные, так за полчасика. Некоторые там. Опять приходится. I'm itching for a fight. Просто не хотят заканчивать. Еще один босс. Как интересно, боссов тоже за этот уровень было бы. 5 минут. Больше. This race overflows with power. Contain your excitement for the new specimen. Do not misunderstand me, sister. Prepare, don't be confident. We must be careful.
ты офигенный босс-то, блин. Ты прям победишь, блин. Жизни-то, дай покажи хоть. Это же мега босс, блин. А ты чё, блин, хорош дядя, блин. Блять, не видно ничего, блин. Где ты? Да чмо, блин. Камера это со своей, блин. А, я в него попал, что ли? Так, и чё у меня? Да, наверное. Еще уровень не закончился, что ли? И многовато для одного миссии. Вот некоторые уровни на самом деле они как будто затянуты. А некоторые так раз и закончился. Ой. Ну, это даже уже не смешно, блин. Как будто финальный уровень. Вас убивать, блин, тоже. Лечить всяко будете. Ну, подтягиваться к цели у него, я думаю. Ай. Тут же под удар подпрыгнул назад. Полтора, блин. Уже почти час, блин. Так, куда мне идти?
летающие птицы. Ты вот в нее не можешь выстрелить? Учился этим умудряться. Давай, сейчас тебя столько же ковыряй, да? Ножичками, наверное, больше, да? Наверное. Loot, а ты вот этого вот режешь, блин, пожалуйста. Я тебя вот этого решу. Ну, блин, вот где вот это сейчас, дрянь? Get some answers. Неужели мы столько шли, чтобы сюда только добраться? А еще так не близко. Ну, нет, длинное время. Но он еще мало того, что длинный, он запарный. Так, вот здесь, ребята, серию мы закончим. Спасибо за просмотр, лайки, подписки, ссылки в описании. Эту игру чуть не знаю, ну, закончу, наверное. Другие игры еще будут. На другие мои ресурсы подписывайтесь. Ссылки в описании. В шапке канала YouTube, повторюсь. И до следующих видео. Всем пока.